Детка, в этот раз давай не доводить дело до решения, устроим максимальную рубку. Вот, примерно так. Ну, давайте посмотрим. Ну, кстати, в UFC была подписана Эшли Эван Смит в 2014 году. Встретилась с Ракель Пеннингтон, но, правда, проиграла ей в первом же раунде. Ну и последний поединок провела в феврале 2019 года. Проиграла Андрея Ли единогласным решением судей. Но до этого была победа над Бэк Роулингс. Собственно говоря, Бэк Роулингс довольно-таки крепкая оппонентка. Хороший хайкик сейчас засадила Джессика Ай. Очень-очень неплохо себя чувствует в стойке. И, кстати, спортсменки не потянули руки друг к другу, но они стали пожимать. Тем самым, видимо, проявили неуважение. Хорошо сейчас заблокировала Джессика. Попыталась пройти в ноги. Ну, а что касается Джессики Ай, то на данный момент у нее 15 побед, 8 поражений, 1 ничья. И бой был у нее совсем-совсем недавно, 13 июня против Синти Кальвильо. И Кальвильо, она, насколько я помню, поднималась в весовой категории, да, как раз. И, в принципе, не считалась большой фавориткой. Но, тем не менее, собственно говоря, в итоге она Джессику Ай просто уничтожила, но выиграла единогласным решением судей. Также, кстати, надо отметить, что Джессика Ай, она встречалась с нашей Валентиной Шевченко. Было это тоже в июне, ну, соответственно, прошлого, 19-го года. И она проиграла Шевченко нокаутом, брутальнейшим нокаутом. Там хайкик в голову был, и, в общем, во втором раунде все очень быстро закончилось. Я помню, в трэш-токе как раз Ай говорила, что Валентина Шевченко, когда выложила видео с отработкой этого хайкика, она говорит, она ускорила это видео, говорит, и этот хайкик не такой уж и быстрый. И, собственно, поплатилась за это. Да, ну у нас уже сейчас девчонки перешли, собственно говоря, бороться на стиле клетки и в очень неплохом положении. Понимаете, уверенно чувствует, не хотела Джессика Ай переводить все в партер, и сейчас как уверенно она себя там чувствует. Да, обрабатывает голову соперницы локтями, пытается еще пробить, ищет возможность Эшли для того, чтобы вывернуться. Вот как раз попытка подтянуть соперницу к себе, для того, чтобы лишить ее возможности пробивать амплитудные удары, но пока не получается. То есть пока, да, только лишь гард наконец-таки на пояснице был закрыт, прижала голову к себе, ненадолго столкнула назад, есть, поднимается. Снова смотрим поединок в стойке. И продолжается бой. Такие фейки, да, попыталась за счет фейков выбралась у нас... Эшли Смит. Хороший мидл кик от Джессики Ай. Почему-то Джессика Ай больше ударов наносит, при том в цель, но при этом очень сильно устает. Хороший мидл кик. Проход в одну ногу. И блокирует. Хорошая защита, кстати, от проходов. И неужели гильотина? Ну, там вроде бы еще... Да, есть, да, хорошо прошла, собственно говоря. И будет искать возможность для того, чтобы... 20 довести секунд. Прием до конца, да, дотянет Ли сейчас. Ух ты, хороший мостик. И развороты теперь уже, собственно говоря, Эшли Эван Смит у нас оказывается в доминирующем положении. Быстро защищается Джессика Ай, но время истекло. Будем смотреть за развитием событий в следующем раунде. И такой мощный локоть она добавила на прощание просто своей соперницы сейчас Джессика Ай. Кстати, Джессика Ай... Крипер Бай с рекордом 3 победы, 1 поражение. Эшли Эван Смит. Лепрон 23. 3 победы, 5 поражений. Вот такой рекорд у этих ребят. Ну что ж, продолжается у нас второй раунд. Открывает стойку Джессика Ай. Видимо, ей в левше более комфортно работать. Отступает назад. Сейчас, да, пытается работать через джеб. И джеб сразу боковой, с той же передней руки. И хороший, очень мощный оверхенд получился. Преимущество, как, знаешь, фехтование. Какой тейкдаун! Да, да, сразу же. Прям всей своей массой сейчас Эван Смит набросилась на соперницу. Занимает положение диагонального контроля. Пытается выбраться и вернуться в стойку. Нет, сразу же перешла сейчас... Закрепившись за спиной у соперницы, заблокировала Эван Смит руку своей оппонентки. Что пытается придумать сейчас Джессика Ай? Заходит топ-маунт, просто забирает топ. И сейчас локоточек поймала руку сейчас Эшли Эван Смит. И такой небольшой сумбур в действиях и той, и другой спортсменки. Хорошо заблокировала сейчас Джессика. Да, накидывают фейки, чтобы запутать и не дать сопернице заблокировать свои переходы. Какой граунд энд паунд! И есть, да, сейчас только лишь развела руки в стороны. Эван Смит тут же пропустила удар четко в лоб. Поднимает корпус.
И обратно. Да, ну притянула ее соперница. Вот сейчас тоже гард закрывается. Правильно поработать корпус. И снизу локтями, кстати, очень-очень острые удары были в исполнении Эшли. Потом наносит она той рукой, которая держит затылок. Это очень опасно, потому что без всяких преград может соперница поднять свой корпус. И снова поиск возможностей. И теперь уже пытается сбоку за спину. Возможно, будет искать варианты выйти Эван Смит. Или будет бросать, что посмотрим. Нет, просто был захват за спины. Борьба в клинче. Времени еще предостаточно. Коленом, да, очень правильно. Бросок через бедро. Нет, не проходит. Отталкивает от себя сейчас Джессика Ай. И натыкается сразу на встречный джеб. Как только пошла, с опущенными руками она пошла. Без подготовки на свою соперницу. Захват за одну ногу. Стягивает сейчас просто вниз свою оппонентку Эван Смит. И по корпусу, да, здесь нужно все-таки защищаться. И вот теперь пока что набивает грэплинг преимущество Эван Смит. Справа, слева заходят удары. Да, вот сейчас. Как переворачивает, выигрывает боковой контроль сейчас Джессика Ай. Удержание на боку. Разбивает блок. Вот как раз поединок, в котором из всего карда у нас, по-моему, максимальное количество борьбы сейчас. Потому что до этого все предпочитали работать стойки. Здесь нет. Здесь очень жесткие, кстати, вот эти скользящие удары, они очень опасны локтем, потому что локоть в этом случае работает практически как бритва. То есть посечь соперника очень и очень просто. Ну, если у него там даже, там, не знаю, 15 сантиметров толщина кожи, собственно говоря, все равно разорвать ее особого труда не составляет, если ты правильно локтем попадаешь. Да, очень-очень жесткая, кстати, Джессика Ай, но в то же время она совсем не бережет стамину, просто оставляет себя всю в октагоне. Ну вот сейчас правильно дожала, собственно говоря, снова в доминирующем положении находилась в завершении раунда, и это очень высоко ценится. Понятное дело, что судьи, и доводилось с многими говорить, и у них на судейских семинарах им сообщается о том, что нет, вот если раньше была такая тактика и стратегия, что если вы, допустим, там видите, что боец выигрывает концовку раунда, то можно ему отдавать преимущество. Нет, сейчас не важно, выиграл ты концовку или нет, тебе, собственно говоря, надо выигрывать весь раунд, потому что судьи тоже все понимают и так или иначе корректируются. Но, собственно говоря, тем не менее, всегда это работает очень хорошо с точки зрения публики и с того, что ты показываешь, потому что ты готов сражаться и концовку забирать. Ну что, у нас снова перевод, снова размены такие в блокирует партере, Джессика. Да, мне кажется, все-таки Эшли Эван Смит нужно финишировать Джессику, иначе очень убедительно она действует хорошо. Зацепом хорошо обратили. И распятие. Ой-ой-ой-ой-ой. Какое опасное положение сейчас для Джессики Ай. И нет, выбирается. Отлично. Задержкой можно блокировать эти переходы. И там уже совершенно все печально становится. Отличный блок от Эшли. Ну, кстати, Эшли вот сейчас начало этого раунда явно забирает. Вот, посекла как раз, да, сразу же видно после удара, там потекла кровь, будет заливать глаз. Вполне возможно, она Джессики Ай... Вот так вот, Джессика Ай будет с подбитым глазом. И все. Поднимается сейчас граунд энд паунд. Жесткий. Не знаю, нужно, наверное, делать болевой Эшли Эван Смит, иначе... Иначе все будет печально для нее. Хотя третий раунд, посмотри, как она в доминирующей манере. Нет, третий раунд она вообще забирает, в принципе. Да. То есть, если по очкам, там вопрос по первому раунду, да, там концовку она провалила, так же, как и во втором. Но третий раунд вообще просто в доминирующей манере сейчас. Да, помню, кстати, в UFC 3 есть такая штука, что ты можешь уступить очень жестко первые два раунда, и в третьем, если ты уверенно начнешь побеждать, то тебе отдадут судьи победу. Вот сейчас, кстати, на гильотину вышла Джессика Ай, пока... Два этапа прошла и тянет соперницу дальше. Четыре этапа, очень хороший болевой. Неужели сейчас закроет гильотину? Нет. Ух ты, спаслась-то как. Вот это да, было на тоненького, что называется. Очень близка была к победе Джессика Ай. Несмотря на то, что начало провалило. Ну что, теперь ее время, собственно говоря, отквитать все полученное от соперницы. Отлично, давит сейчас на соперницу. Неужели будет проводить? Все-таки, кстати... Эшли Эван Смит имела возможность провести болевые, но никак не проводил. Просто хотела бить свою соперницу граунд-паундом, обрушать на нее. И ее хорошо сейчас заблокировала. Может, все-таки стоит ей попытаться сделать болевой. Но 30 секунд буквально до конца третьего раунда. И вот он, болевой. 4 этапа. Первый этап пройден. Да, есть.
Ищет возможность. Да, надо разорвать, хватит ли времени. Времени практически не оставалось. Да, и как здорово среагировала сейчас Джесси Кай. Какой жесткий тейкдаун. И здесь вот хай-кики, смотрим повтор как раз. И вот третий раунд. Третий раунд практически весь прошел у нас в борьбе. Ну и теперь, да, это первый поединок, который у нас доходит до решения, собственно говоря. Да, до этого все было досрочно. Ну давайте послушаем, как здесь судейская коллегия распорядилась судьбами этих спортсменок, кто им понравился больше. Все-таки Джессика Ай. Возможно, именно благодаря тому, что она забирала концовки и тому, да, что вот здесь вот в третьем раунде сумела перехватить красивейший вот этот вот тейкдаун. Был прям в самом-самом конце за 3 секунды до завершения боя. Одержала Джессика Ай, получается, четвертую свою победу. И, собственно, внушительный рекорд 4-1. Неужели она будет следующая биться за титул? Очень интересно. Вот статистика. 16-8 и 35-12. Особого оглушения вроде не было. Ну, в основном боролись, да, то есть как-то так ушли от работы в стойке обе спортсменки.